на озеро. Друзья, мы едем сейчас на озеро Кызылкуль. Решили порыбачить. У Андрея это вторая зимняя рыбалка. Первая была не очень удачная. Сегодня, правда, у нас погодка такая. Ну, не сказать, что сильно холодно. Где-то минус 20 примерно. Оделись, правда, тепло, хорошо. Но единственное, что сегодня ветер. Ветер до 10 метров в секунду. Поэтому мы решили поехать именно на озеро Кызылкуль. Потому что на этом озере все-таки оно в лесу. И надеюсь, что там не так сильно будет задувать. Ну что, Андрей, на рыбалку-то хотел зимнюю? Ну, дай бог, чтобы не... как там, ни чешуи нам, ни хвоста. Сейчас подъезжать на озеро будем, посмотрим, сколько там народу еще. Я, честно говоря, зимой здесь ни разу не рыбачил, не знаю. Ну, должно там и щука, и окунь, и все вообще-то есть. Сейчас проезжаем деревню, и потом пойдет дорога в лес, по лесу, и потом выедем к озеру. Мы... Вон, друзья, вон там сейчас увидели, то ли рябчик, то ли глухарь залетел. Сейчас, наверное, полетит опять. Вот на то дерево. На воде. А? Видишь? Вот, вот, вон. Вот я вижу. Видишь? Вон полетел. Вон рябчики. Или, непонятно, то ли глухарь, то ли рябчик был. Это глухарь был. Я прям видел. Это может быть тетерка была, а не глухарь. Я бомбил, там он такой зеленоватый цвет, как пенсия. Угу. А вот это уже рябчик. Вон. Опа, он. Сейчас, наверное, он взлетит. Вон он бегает. Это уже точно рябчик. Вон он летает. Вон. Видишь, он? Вон бегает. Он полетел. Видел, да? Что-то никого нету на нем. Сейчас какие-то мужики ехали назад, спросили, а что, говорит, где тут рыбачить? Я говорю, да мы сами тут, в общем-то, первый раз зимой приехали. Так, ну, наверное, мы тут и встанем где-то сейчас. Далеко, чтобы не заходить, не заезжать. Пойдем. Так, Андрей сейчас перчатки сразу одевает. И шапку так это наклони. И никого. Ну, мы, наверное, сейчас пойдем вон туда, вон сходим подальше. Вроде мужики сказали, что тут попробовали, побурили и этими, ну, которые рыбу видят, вроде не видно, что где-то рыба. Я думаю, надо туда вон сходить. Да, тебе обувки надо. Да, это сейчас берем. Нет, это я сам возьму. А ты покатишь, может быть, даже. Сейчас посмотрим. И рюкзак я одену.
Да, кстати, мы наконец-то купили салазки вот эти вот рыболовные. Ну и Андрею наконец-то теплую одежду взяли для рыбалки. На Авито повезло, блин, за 1500 нашли весь вот этот костюм. Так, Андрей, сейчас покатишь, только это, надо аккуратно, а то она покатится. Я сейчас спущу, а там дальше это, ты уже. О, Андрей, туда, вон туда идем. А? Ну, трещины, они образуются всегда. Вон дом рыбака. Вон. Друзья, там не клевал, это мы уже вот столько вот прошли, вон там у нас машина стоит. Сейчас идем сюда подальше, на этот берег, вот за этот вот лесок. Тут еще хиус такой сильный, чтобы маленько от хиуса спрятаться от этого. Андрей, нормально? Не холодно ноги? Ноги как, нормально? Андрей, сейчас ноги еще начали замерзать уже, блин. Я уже испугался, ну не знаю. Сейчас, может, успеем все нормально палатку раскинуть, палатки. Не
немного поднагрею. Я почему вот сюда иду? Тут вроде глубина, вон там. И тут, скорее всего, рыба-то стоит сейчас на глубине где-то, поэтому она и не клюет. С этой-то стороны. Она, наверное, где-то косяком целым стоит на глубине. Да, сейчас. Складе близко не подходи. Может, сделаю? Сейчас мы попробуем. Я тебе сочина. Я просто не знаю, может, дальше еще пойдем. Андрюша, сюда близко не подходи. Видишь, Андрей? Андрей, видишь? Вон туда не подходи близко. Там острые эти. Ну, ножи, чтобы на них не упасть, я их потом уберу. На. Почему к воде не подходить? А? Почему к воде не подходить? Пальцы, перчатки нет. Точно. Это если дернуть, сразу будет чувствоваться. Как ноги? Нормально. Что ты? У меня выглядит, что сделаем. Ага. Вода так быстро замерзает. Ну, воды маха. И тут что-то совсем у нас мелко. Даже не знаю, наверное, пойдем сейчас дальше. Что, Андрей, не клюет? А? Нет? Замерз? А, Андрюш? Нет? Ну, тут даже блесну видно. Пойдем тогда на глубину все-таки. Ну, может, на мели стоит, что-то ничего. Ладно, пойдем еще вон туда, тогда в заветренную сторону. Идет? Нет. Нет? Давай еще маленько. Все? Сюда на меня.
сейчас мы здесь и будем рыбачить. И кушать, да, будем? Да, холодно, конечно. Так, да. Так, это сейчас сверлим. Давай, двигай лучше. Просто сидишь вот так вот двигаешь. И все. Ну что, согрелся? Что, кушать можно уже? Ну, ноги надо согреть сперва. Давай, согревайся. И будем кушать. Так, ну что, друзья, сидим. Уже, наверное, минут 20. И что-то вообще не знаю, что у нас тут. Пока поклевок особых нет. Подкормим. Что-то тишина. Андрей, блин, еще в этих ботинках все-таки ноги подмерзают. Надо валенки будут все-таки, наверное, какие-то покупать. Люх, Андрей, ну-ка, как тебе рыбалка зимняя? Не нравится? А? Не нравится? Надо привыкать, Андрюш. Привыкать и к холоду, и вообще как себя согревать. А то так просидишь он дома в тепле, а потом, не дай бог, так что случится, ничего не умеешь. Так, ну ладно, мы сейчас покушаем. Так, смотри, вот это вот горячее. Можешь руки греть об нее, вот так вот держать просто, только не опрокинь на себя, он горячее. Держишь нормально? Греешь руки? Смотри, не опрокинь, только он горячий. Просто грей руки. Ну-ка, давай погрей. Нормально? Ну все, ешь мясо, сало, чай. Ну-ка, он сладкий, нет? Это с мясом? Да, с мясом. Замерз, наверное. Давай, кушай. А я сало лучше поем. Повкуснее. Сейчас я не столько чувствую рыбалку, сколько так поедим на морозе. Матвей, он не сильно горячий? Потихоньку. Что, выйти мёд? Thank you.
На, уже пей. Сейчас должна подогреться. Попробуй сюда поднеси поближе, только не близко. Ну, нагнись сюда чуть-чуть. Что-то тишина вообще. Ну что, друзья, в общем, что-то совсем тут ничего не клюет нигде. Даже не знаю, сейчас, наверное, пойдем в машине с Андреем. Андрей, тем более, еще у него все равно ноги мерзнут. Пойдем к машине, в общем, может, не знаю, еще по лесу погуляем. Посмотрим, может, тут еще куда-то заехать. Но не знаю, тут отсюда ехать-то близко ничего нету. Почему не клюет? Вообще странно, вообще тишина, как будто даже никого. Ну и рыбаков никого нет. Так что будем сейчас собираться. Тряхнуть маленько. Попробовали и на мормыша, и на мотыля, и на блесенку. Ничего вообще, тихо. Ладно, что. Давайте, может, сейчас по лесу еще с ребенком погуляем. Может, рябчиков там погоняем маленько. В общем, друзья, пришли мы. Время сейчас что-то уже 2:30, что ли, показывает. Да мы, наверное, час только шли вот оттуда. Пришли в машину. Еще вот здесь вот попробовали порыбачить рядом. Все равно ничего не клюет. И на блесну попробовал. И на мормышку. Ничего почему-то не клюет. В общем, сидим, чай пьем, машину тут завели, греемся. Андрей тут он отошел, да? Ну расскажи, как тебе вторая зимняя рыбалка? Так себе. Так себе? Из-за холода. Ну да, почему-то вообще вот на вторую рыбалку приехали с Андреем. И прям на первую рыбалку мы одну рыбешку поймали. В этот раз даже поклевок. Нет ощущения, что рыба куда-то вся ушла, что ли, не знаю. Ладно, сейчас чай попьем. Ой. Ой, чай так хорошо вообще идет после холода. Будешь? На, попей. И срад. Нет? Потом. Сейчас погреемся, пройдем по лесу, может быть, что-нибудь рябчиков день каких-нибудь встретим. Вон все батарейки садятся моментально. Я вот тут их грею, на фотоаппарат грею, но это вообще просто в момент все село. Кстати, газовая горелка тоже, по идее, не особо поможет вам, потому что, попробовав в палатке, она просто не горит. Видно, газ тоже замерзает и очень горит плохо. Поэтому имейте в виду, вот так вот, если поедете, надо газ тоже в тепле где-то держать, иначе бесполезно. Тухнет, огонь не горит, и все в горелке. Вот.
домой приедем, будем в «Потерянные во льдах» смотреть. Ну как тебе это сегодня прогулочка-то? Что? Как тебе прогулка в Хиусоктов такой? Не очень. Сильно замерз? Да. Ноги сильно замерзли? Да? Сегодня немножко на тебя поругался, чтобы в следующий раз сам за собой смотрел, чтобы чуть маленько, если ноги мерзнут, руки мерзнут, сразу сам натирал, чтобы не ждал, что кто-то там, мама, папа придет, будет натирать, чтобы все сам делал. Иначе никто так вот не поможет. Особенно, не дай бог, куда-то там один придешь, вот так вот, ветер холодина, градусов 40, будешь, сядешь, если там сопли будешь пускать, то все, считай, околел. Поэтому тут надо сам за собой, чтобы следил. Понял? Ладно. В общем, друзья, переехали на другое озеро. Это тут по пути с Козыркуля. Вот деревня рядом. И вот оно озеро. Тут еще одно какое-то. Не знаю, возле деревни прям. Еще здесь решили порыбачить. Тут вон видно, что набурено. Что-то кто-то бурил. Может, думаем, здесь что клюнет. Как-то тут большое озерцо, ну, не знаю, никого тоже нету. Оно же маленькое. Оно же маленькое. Не, ну оно не сказать, что маленькое, ну. Это называется сани вижу. Я, короче, по реке буду ходить, ладно? Ну иди походи, да. Все, друзья, едем домой. И вот такой вот пейзаж у нас. Унылый. Ветрина дует. Холодина, ветрина, хиус такой. Прямо жесть, наверное, может, поэтому и рыба-то совсем ничего не клюет.